Так, после того, как спаяли ноги, посмотрели, что все нормально, нигде ничто не течет. Теперь делаем коробушку. Вот я по этому шахте буду профиля срезать шахте. Профиля положил, вот так вот оно будет все. Сейчас я их прибиваю к бетону на дюбель-гвозди. Так, вот здесь у меня вот это гвоздь. Так, вот здесь сейчас делаем осколки еще. Здесь я никак не переключусь, а здесь я прихватываю на саморезы. Тут же надо, что здесь не холодно. Крепим на семечки. Саморезы металл называются семечки. Так, ну и здесь. Все закрепил, труба закреплена. Здесь можно будет тоже сейчас прибивать. Главное, чтобы когда прибиваете, не попасть в трубу, чтобы не забывать, если заштукатурили. Здесь будет прямо-прямо почти впритык к трубе. Минимальное расстояние, только чтобы прикрутить гипсокартон. Так, вот здесь прибиваю с учетом того, что у меня еще гипсокартон здесь встанет, то есть чуть-чуть подальше от профиля. Сверху также. Вот здесь я выставил. Все, прибиваем. Гипсокартон вырезаем по размерам и прикручиваем. Вообще, конечно, вот эти вот поперечные профиля лучше делать
из профиля 27-28. Вот, помните, что этот профиль у нас был на пене? Спокойно к нему прикручивается. Потом вот это место еще надо желательно замазать. Все-таки получше прихватило. Прикручиваем на саморезы. 25. Сказать, что вообще по идее как бы полотенчик вот здесь бы переделать это все или хотя бы закрыть, но так как квартира съемная, тут не буду ничего заморачиваться. Полотенчик остается тот же, причем еще и железный. Пока здесь оставляю просто так. Так, ну и все, сейчас я гипсу прикручиваю. Здесь тоже гипсокартон прикручиваю также. Здесь получается, я сейчас вот так же как выставлю вот здесь профиль прикручу, и от этого профиля кину сюда все, на него гипсокартон, здесь гипсокартон, так, а здесь гипсокартон, тут тоже никак не подлезешь, скорее всего возьму просто кусок вырежу и по краям пропеню его, все, вот покажу, наверное. Так, здесь зашили, теперь что делаю, вот это место надо зашить теперь, вот это. Я также вот как фактически здесь сделал, вот отмечаю по стене, сколько должно быть. Здесь отметил. Дальше. То есть это вот у нас стенка, куда идет. Дальше. Гипсокартон у нас 12 мм. От этой черты сюда вглубь отмечаю 12 мм. И прикручиваю на черте профиль. Ну а потом, впоследствии, к этому профилю прикручу сюда гипсокартон с одной стороны, а с другой просто он будет на пене. Главное выставить все ровно, потому что потом уже кафель. Нам хотя бы прихватит. Сильно даже и можно и не заморачиваться. Тут тоже потом пропеним все и нормально. И так вот по всей. Теперь гипсокартон вырезали к нему. Ну и теперь прикручиваем его с одной стороны. Вот так. Да, никак не подлезть. Так, здесь вырезаем гипсокартон, тоже прикручиваем. Здесь у меня 8 сантиметров ширина получилась. То есть вот по краям я прикручиваю. Ну а здесь теперь, вот она по краю, там, вот 8 сантиметров, здесь уже все прихватили.
отрезок крутится где-то через 15-20 сантиметров. Так, теперь здесь получается перекручиваем сюда. Тут что-то было выгодно тоже. С учетом того, что это под профиль, а не под гипсокартон. Да, вот так вот. Так, и здесь выкручиваем гипсокартон и смотрим по уровню. И так, и вот так вот тоже. Здесь я уже себе отметил. Смотрите, если бывает, что там сзади полипропилен, чтобы полипропилен не попасть. У меня здесь нету его. Так, и следующий профиль вот так вот идет. Здесь будет выход. Ну и получается под это тоже на гипсокартоне просто отверстие делается. Так, ну все, сейчас укладываю сюда гипсокартон, сюда. Так, ну здесь еще надо поперечную сделать тоже. Здесь делается вот так вот, допустим, видно вот так. Сегодня короб сделали, трубы из полипропилена. Это все, кстати, я сделал сегодня за день.
С учетом того, что еще и на видео все это сниму. Ставьте лайки. До свидания. Ну вот что у нас получилось. Здесь осталось только майдадык поставить. Вот деконов собирали этот. Покрасили полотенчик. Здесь полипропилен. Вот где подводили под унитаз. Вот она за унитазом, ничего не видно. Здесь майдадык, он еще закроет. А здесь экран, когда уже будет. Высота тоже тут как раз подошла, в принципе. Нормально, слив есть.